У трибуны с докладом, как и на прошлом заседании Думы, заместитель главы администрации Ирина Кудрявцева. На протяжении месяца чиновники и депутаты попунктно изучали проект. Вопрос об отмене льготного питания сразу нескольким категориям школьников, пожалуй, стал один из самых спорных в стенах городской думы за последнее время. Понимаю, что, конечно, хочется еще им помочь, но той версии, которая у нас с вами была на прошлой думе, о том, что можно было поднять вот этот порог малообеспеченного, к сожалению, такое невозможно. То есть это не в наших полномочиях. 9203 рубля и ни копейкой больше должно приходиться на каждого члена многодетной семьи. Только в этом случае дети будут питаться в школах со скидкой. Поднять эту планку, как предлагали депутаты на прошлом думском заседании, у городской думы нет полномочий. Да и вообще, оказалось, город не обязан выделять деньги на эти льготы. Обязанность эта, как сообщила Ирина Кудрявцева, областная. Мы вместо области, понимаете, деньги области, они вообще на нас не дают. 1107 рублей в месяц оплачивал за питание одного ребенка из льготной категории город. При этом областное правительство тоже направляло на питание детей 60% от этой суммы. У нас происходило дублирование этих выплат. Данный факт запрещается законодательством, жестко контролируется со стороны различных органов, поэтому мы сейчас приводим в соответствие. Часть получается из областного бюджета, необходимую часть определенной категории нуждающимся мы сохранили и мы софинансируем. Те деньги, которые сейчас, как мы говорим, да, высвобождаются, они не высвобождаются, они перенаправляются на капитальный ремонт школ, на строительство школ. Речь идет о 180 миллионов, максимум, мы думаем, это будет 230 миллионов в год. Эти деньги город планирует направить на капитальный ремонт и строительство новых школ, а также оплату коммунальных услуг. В этот раз депутаты проект выслушали спокойно и единогласно проголосовали «за». Теперь его вновь рассмотрят на заседании городской думы 23 ноября. Наталья Миронова, Илья Востенин, столица Нижней.